привитули, мои красотули, лапули. У нас сегодня новый влог. И у нас хорошие новости. В плане того, что у нас открыли все пляжи. Особенно мой любимый пляж Сады Марии, на который я все время хожу. Я вчера первый день, только проснулась еще в 7 утра. Вчера первый день я позагорала. Я сходила на пляж и позагорала. Я, правда, не купалась, еще не пробовала воду. Для меня, я знаю, что сейчас вода очень холодная. И поскольку у нас открыли пляжи, у нас губернатор Краснодарского края отменил пропуска между городами. Геленджик, все поехали. Сегодня День России, поздравляю всех с праздником, с этим. И вы даже не представляете, какие были многокилометровые пробки с двух сторон в Геленджик. Просто огромные пробки. Над этим, конечно, много кто смеется, там кормильцы наши едут, но это особенно касается тех, кто сдает жилье и вот все эти магазины. И что, девочки, пока есть возможность приехать сюда, ловите момент, потому что у нас можно открыть торговые центры, ну, будут открыты торговые центры до там определенной площади, гостевые, да, гостиницы до 50 номеров, что ли, что-то такое, или до 50 человек. Ну и, конечно же, у нас хорошая погода была, потому что три этих дня, все выходные у нас будет гроза, и солнца не будет, позагорать не удастся. Я вот сегодня открыла окно, думаю, сегодня раненько проснусь и схожу, позагораю с утра, а потом вечером. Но, конечно же, этому не суждено было случиться, потому что у нас облачность, и завтра вообще будут дожди. Так что, если соберетесь на море, то едьте после выходных. А я сейчас собираюсь завтракать, и сейчас покажу вам мой традиционный сейчас завтрак. Как обычно, я его обожаю, девочки, его обожаю. Это термостатный йогурт, который я делаю сама себе. Мне литра хватает, ну, у меня вчера вообще был разгрузочный день, то есть я ничего не кушала. Мне литра хватает вообще на 2 дня. Я люблю есть один йогурт. Ну, обязательно добавляю туда фрукты. Клубника у меня закончилась, и я делаю себе... Погодаева мне все время говорит, сделай себе детокс-водичку. У меня есть красивый стакан от Faberlic вот такой, и здесь у меня клубничка на данный момент плавает. Можно положить любую ягодку или фрукт, и водичка будет пахнуть этим фруктом, и на вкус тоже будет отдавать... У меня в данном случае прям клубника. Очень вкусно. Я с собой вообще на пляж-то приготовила. Но на пляж я не пойду, выпью в течение дня. И я себе йогурт собираюсь делать с бананом. А также, конечно, кофе. Потому что без кофе мое утро вообще не начинается. Иначе я не просыпаюсь. И, кстати, кто хочет приехать в Геленджик и будет снимать квартиру, учитывайте то, что у нас воду дают по часам. Сейчас вообще из рук вон плохо. У нас с 6 до 9 должна быть вода. Еще нет 9 часов далеко. Вот у меня закинулось стираться белье. Поставила стирку, у меня еще где-то 20 минут должно стираться. До 9 еще 2, почти 2 часа, ну полтора, да. И воды уже... Это хорошо, у меня первый этаж. А те, кто живут не на первом этаже, у них нет вообще воды. Поэтому дают воду с 6 до 9 утром и с 6 до 9 вечером. Но все равно они не включают в 6, они ее включают в 7 и заканчивают в 8. Ну, то есть это такой кошмар. Что учитывайте это, если вы будете брать себе какое-то жилье, то лучше, конечно, это будет гостевой дом, у кого есть своя скважина. Я обожаю бананы на стадии пупырышки, вот эти вот коричневые, потому что как раз-таки в данный момент этот банан спелый, не гнилой и очень вкусный, вообще прям. Я себе просто нарезаю кольцами быстренько бананчик. И вот я съем сегодня утром, считайте, целый банан. Он, кстати, небольшой. И залью сейчас. Залью, положу йогурт. Столько, сколько я съем. А съем я где-то 3 столовые ложки. Такие с горкой. Нормальной. И иногда читаю комментарии. Ты облизала ложку потом обратно в контейнер с йогуртом. В большой контейнер я так не делаю, а в маленький контейнер, да, во-первых, этот йогурт ем только я, и больше никто туда не полезет, он не успеет испортиться, потому что я его съедаю в 2 присеста. И все, и перемешиваю йогурт с бананом. Вот, пожалуйста, прекрасный
завтрак. Конечно же, кофе с кокосовым молоком, точнее, рисовое молоко с кокосовым вкусом. И у меня всегда, очень редко бывает, когда я забываю почистить свою кофемашину, потому что потом это больше мороки. Мне проще, я вот кофе попила и сразу помыла и кружку, и рожок. Я себе, кстати, подстелила сюда поднос. Видите, мне на нем намного проще все делать, потому что нет вот этой вот грязи вокруг. От кофе на самом деле очень много всего летит, поэтому поднос — это идеальная вещь. Я здесь целый день, допустим, готовлю кофе, а потом просто его беру и мою. Вот и все. Я последнее время не пью капучино вообще. Мне просто тупо лень. Я налила молока двух видов и все. И, в общем-то, подогрела и делаю кофе. Ну и вот что может быть лучше. Ароматный кофе, йогурт с фруктами. Худеем, девочки, кофе без сахара. Ну что, вроде бы открыт фикс-прайс, девочки, а это значит, что я могу сходить в фикс-прайс. Мне столько всего оттуда надо. Прям капец, сколько надо, поэтому мы с вами сейчас поедем в центр, сходим в фикс-прайс, посмотрим, что там у нас открыто. У меня все с собой, маска, антисептик, там все дела. И что, посмотрим, что там нам... Мне просто сказали, что там очереди километровые. Ну, мне интересно. И вообще, мне просто надо в центр, поэтому поехали со мной, и я обязательно съем еще мороженку. Ну, что я могу сказать, девчуля? Людей намного больше, чем раньше. Гуляют, ходят. Видно, много машин приехало, приезжие. Причем это разные области. Москва, Питер, Воронеж, Ростов. Что там еще? У нас открыт торговый центр. Открыли. И ни одного человека в маске нет. Ни одного. Девочки, ни одного. Поднимаемся. Фикс-прайсик. Я уже в предвкушении. Слушай, ни продавцы не в масках. Вот, люди в масках есть. Несколько. Так, у нас очередь фикс-прайс. Запускают не всех. Ну, придется постоять. И в Корее, кстати, тоже запускают только определенное количество людей. Ну что, погнали шуршать. Посмотрите, какие классные банки. И причем вот эти вот банки, они не маленькие. Правда, стоят 200 рублей. И они керамические. Но плотно не закрываются. Они так, знаете, декоративные такие. Я думала, они металлические. Я бы себе взяла такой. И вазочки стоят вот такие вот. Красивые. Прикольно. Сколько она стоит? Наверное, тоже 199 рублей. Я подумаю. У нас здесь есть новые дощечки, но они малюсенькие, пластиковые. Это 77 рублей, это дорого. А это что у нас? Лайм. Прикольные такие подставки. Были такие. Киви есть, девочки, арбуз есть. Посмотрите, какие у них здесь есть кувшины. Это кувшин? А, нет. Это банка кувшин. То есть к ней там идет носик, но ее же можно... А, тут дырка. Блин, вот тут дырка, короче, внутри находится вот этот клапан. И вот так вот на стол ставишь, на край наливаешь. Но для меня это неудобно. Но она большая, почти 2 литра. Есть, смотрите, какие классные рамки. Можно сюда приклеивать фотки, а сюда вставлять фотографии. Стоит, наверное, тоже 199 рублей. Пока не вижу ценника. И такие же черные есть. Есть еще вот такие вот рамочки красивые. Часы есть. Стилевые такие, кстати. Садоводы. Смотрите, какие есть фонарики. Красивые. Вот, пластиковые. Есть круглые. Есть вот такие. Есть вот такие. Светильники. Вот эти вот маленькие по 50 рублей, вот эти по 99 рублей. О, еще есть вот такие. Мне очень нравится вот эта штука, но она мне по цвету вообще не подходит. Был бы такой белый или золотой, было бы вообще классно. А еще я нашла здесь подсвечник вот такой. Надо мне какой-то выбрать другой вот этот вот. Он стоит 50, девочки, рублей. Он пластиковый, но он мне подходит под определенный тандемчик. Очень классная идея вешать на двери кухни шкафчика и сбрасывать все. Но она такая маленькая.
и 77 рублей. И на самом деле мне это нужно. Знаете почему? Потому что я очень часто сейчас чищу овощи. Вот такую штучку возьму себе. Вот так на дверцу вешаешь и все. Смотрите, какие есть классные блокноты детские. Прикольно. И с котом. И вот такой. Классный блокнот. Мне не надо, потому что у меня есть суберликовский. Я его еще не закончила. О, вот эта штука 180 салфеток. 55 рублей двухслойные. А в магните намного дороже, получается 50 рублей. И там, по-моему, только 100 штук. Надо взять мне одну штуку. Так, мне многие писали, что влаговпитывающие пеленки. Вот, пожалуйста, девочки, здесь 60 на 60. Здесь сколько? 3 штуки стоят 55 рублей. Это намного дороже, если брать детские пеленки. Так что фикс прайс вот вообще сейчас не рулит. И корм здесь дороже, чем в магните. Появились новые светильники. Вот смотрите, машинки, кораблики. Сердечко красное. Я ее лампочку уронила. Молодец, Таня. Смотрите, привезли разные шляпы. А вот лето на дворе. Надо померить. Ну как я? Очень даже, кстати, ничего. Только в этой шляпе. Привезли кепки. Здесь прикольная кепка. Симпатичная. От солнышка. Есть мужские, есть женские шарфики. Но это не хлопковые. Не. Девчули, появился здесь столик. У меня такой икеевский столик. Здесь стоит 200 рублей. Он очень удобный. Особенно для компьютера. Но этот маленький, в Икее больше. У меня здесь ноутбук не поместится. Но так штука прикольная. Ой, по-моему, я его поломала. Девочки, продается по 18 рублей. Фикс прайс и шипучка для ванны. Со вкусом жвачки, колы. Тут что тут еще есть? Шоколад и клубника. Я возьму 4 попробовать. Потом Сашке отвезу. Вряд ли у нас это будет. Мне кажется, это быстро разберут, потому что бомбочки для ванны стоят намного дороже. Ну что, в нашем фикс прайсе вообще ничего нет. Практически, особенно для стирки, все разобрано. И для интерьера тоже то, что есть в других фикс прайсах, здесь нет. Здесь больше фикс прайс ориентирован на отдыхающих и товары первой необходимости. Так что, короче, у меня очень маленький пакетик. Еду домой. Почти домой. У нас открыт торговый центр Престиж. Ну, он маленький, там на самом деле все дорого. Тут на самом деле, девочки, в Геленджике все дорого. Они рассчитывают именно на отдыхающих и даже для своих жителей ломят цены за одежду, обувь, сумки, да, за все. На самом деле они такие ценники выставляют. Я прям улыбаюсь, если честно, потому что не все люди сдают жилье отдыхающим. Здесь есть обычные люди, которые работают в магазинах там. Здесь нет крупных предприятий. И такие цены, что просто закачаешься на какую-нибудь китайскую сумку, которая в Москве стоит, ну там, ну 1500 рублей, на Садоводе 800, тут она будет стоить 4000. И меня очень интересует, работает ли торговый центр Эстакада. Потому что мне туда очень надо. Девочки, а это удобно. Это реально удобно. Смотрите. Оп! Какая штука классная! Девочки, зашла в торговый центр Эстакада, она открылась. И что, у меня закончилась практически база. Вот такая Тонел Комфорт, и я купила себе новую. Основа для гель-лака Комфорт. Вот так. Это самая классная база, которую я когда-либо пробовала. И стоит она вообще недорого, по-моему, 200 что ли рублей или 250, но она стоит своих денежек. Так, и купила кисточку для акрилатика, также купила акрилатик. Он у них стоит 320 рублей, это недорого. Ну, не буду открывать, тут солнце сейчас застынет. Прозрачку. Я взяла прозрачку, сейчас у меня на ногтях такой же акрилатик, только цвет камуфляж. И вот, взяла прозрачный для коррекции. И что? Кисточку для акрилатика. Мои кисточки все уже похерились совсем. Номер 6. Я даже не знаю, что это за фирма. Просто взяла вот такую вот, чуть-чуть длинненькую. Пилку, ну, девочки, на 40 рублей. От типа OPI, но это не OPI. 180 на 240 грит. Отлично подходит для коррекции ногтей, вообще для подпиливания. Взяла себе две новые фрезы. Взяла себе казанские
Девочки казанские, Россия. Синюю пулю взяла с острым концом и красную пулю. Синюю для ног и красную для рук. Не было фрез-пламя, все разобрали, поэтому мне пришлось взять пули. Ну, я ими тоже прекрасно орудую, так что... И, конечно же, я вам сейчас покажу цветник, который я взяла. Следующие мои ногти будут такого цвета. Вы только гляньте. Это будет фуксия с блестками. Вы только посмотрите, какой яркий оттенок с блестками. Это номер 155 их основной базы оттенков, гель-лаков. 155, чтобы потом вы мне не писали, там что за цвет. Вот. И стоит он, по-моему, 150 рублей, что ли. Ну, короче, крутые. Вот эти вот. А кардинал с перламутром он называется. Вот так. Так что следующие ноготульки у меня будут и на руках, и на ногах. Кстати, я вам обещала показать ног, как идти на ногах. Я сделала себе просто френчик. Вот такой красивый, со стразиками. Масса, видите, черный педикюр. А у меня такой френч. И, кстати, френч делать очень-очень легко. Вот для меня проще всего сделать френч, если я не знаю, что мне сделать, какой цветник положить на ноги, там, что себе придумать, я всегда сделаю френч, всегда. И страз туда налеплю на большие пальцы и огонь. Можно, конечно, на два пальчика, но лучше... Так, не трогай там ничего. Что это такое? Ну, давай запрыгивай. Скучал, очень скучал. Говорит, где ты ходила, да? Старая ты протутка. Где, скажи, была? Одного меня дома оставила с Гучечкой. Вот. Так что у нас любовь, любовь. Я все думала сходить на пляж. Солнышко то выглянет, то скроется. Но сейчас совсем прям скрылось и надолго. Так, сегодня мой обед. Вот такой. Это 1/3 красного перца, 1 огурец, омлет из 2 яиц. И здесь сметана, перемешанная с соевым соусом. Я буду макать туда овощи и есть прикуску. Девочки, это очень вкусно. И... не калорийно. Так, приехал мой фаберличок. Как всегда, адресная доставка. И это вообще очень круто, потому что мне не надо никуда ходить. Прям к подъезду привозит наша женщинка. И в этот раз, когда я заказывала, мне заказ доставили так быстро. Мне еще никогда не доставляли. 2 дня. Девочки, 2 дня. Все упаковано, все красиво. Чичок мой. Вроде все пришло. Так, как ни странно, я люблю салфетки Фаберлик для машины. 2 пачки себе сразу заказала, чтобы было. Сейчас машину отнесу. Слушайте, у них появилась новинка. Я хочу попробовать. Называется No Mosquito. Пластырь от комаров. Там 12 штук до 72 часов защиты. То есть его приклеиваешь, и вокруг тебя... Короче, этот репеллентный эффект распространяется на расстоянии около 40-60 сантиметров вокруг пластыря. То есть, короче, весь обклеился, и на природу можно выходить. Это будет очень актуально, особенно в Софрино. Ну, я туда еще не знаю, куда попаду. Так, каталог новый. Сейчас полистаю. Что это за каталог? О, мне тут еще какие-то 50% скидка на летнюю какую-то коллекцию. Аж 4 купона мне положили. За мои труды. Так, я наконец-то, они появились, заказала. Это гели для душа из их новой серии. Называются они Бонжурни. Бали я взяла и Непал. И мне очень интересно, как они пахнут, потому что их разобрали прям моментально. Так, Непал очень приятный, какой-то ягодный вкус. Непал мне очень понравился, а вот Бали... Бали больше цитрусовая. Что это такое? Ой, тоже мне очень нравится. Прям, знаете, такое летнее. Класс! Я попробовала, мусс уже заказывала у них, и сейчас заказала еще 2 упаковки. Это просто нереально мягкий, нежный мусс для душа. Я очень люблю Dove, но Faberlic прям победил, потому что очень вкусно пахнет, особенно миндалем. Это просто нереально круто мыться. Это такая же нежнятинка, что душ принимать просто огромное удовольствие. Так что и легко смывается, хорошо как бы пенится, моет тоже прекрасно, но смывается прям и все. Он очень похож на пену для бритья по своей консистенции. Ну, вообще круто. Также у них заказала спрей арбузный Витамания. И мне интересно, как он пахнет. У меня есть мыло для рук. Ой,
посыпать прям арбузом и дыней. И дыней, и арбузом. Этот спрей я планирую брать с собой на пляж. И даже сегодня его возьму, у нас раз все-таки распогаживается, и я все-таки пойду на пляж и возьму вас с собой. Так, у них появились новинки. Вот такая зубная паста, у меня заканчивается зубная паста. И спрей, грейпфрут, утренняя зубная паста. Интересно, она грейпфрутом пахнет? Очень похоже на детскую зубную пасту, как в детстве, очень приятный вкус. И я думаю, что этот ополаскиватель тоже будет таким приятным вкусом. Ой, как вкусно пахнет! Слушайте, а это прикольно. Это будет для меня лучше, чем мятные. Я мятные не очень люблю. И что? И мыло для рук еще одно себе заказала. У меня уже почти закончилось. Я его заказывала себе в позапрошлом заказе, по-моему. Так вкусно пахнет дыней и арбузом. Очень приятно мыть руки. И стоит копейки. По-моему, у них даже акция на эту двоечку. И что? И, конечно же, домашняя штука. Домашняя штука. Что? Во-первых, два пятновыводителя. Мне они очень нравятся. Фаберликовские пятновыводители хорошо выводят пятна из цветных тканей и из белых тоже. И поддерживают белизну тканей. Конечно же, порошок для стирки цветного белья. Он у них был на акции. Черный был подороже. И я взяла себе еще несколько бутылок кондиционера для белья, который был на акции. Ультракондиционер Aroma Pearls. И что у нас тут? Вкусно пахнет, очень вкусно пахнет, суперконцентрат с уникальными аромакапсулами против неприятных запахов, интенсивная свежесть, смягчение белья, легкая глажка. Все подтверждаю, все работает, конечно же. И что? И, конечно же, средство для мытья полов, самое лучшее средство для мытья полов, которое только вообще у меня на самом деле было. Моет прекрасно, пенится прекрасно, отмывает все замечательно и не оставляет разводов на темном полу. Вообще никаких разводов. Девочки, это прям вещь. Обожаю его. Вот такой мой заказ. Девочки, сейчас 5 часов вечера, и людей просто море. Море людей, и в море людей. Море спокойное, красивое. У нас, правда, облака, но солнышко все равно есть. Я вам не показывала, я еще с прошлого года купила себе вот такой лежак с этими... Или показывала, не помню. Его очень легко стирать, потому что он такой синтетический. Лежать на нем тоже нормально, но вытираться невозможно. И я с собой взяла свою сумку Victoria's Secret. В нее влазит, вообще можно ребенка положить. Очень крутая.